Готовим желудочки куриные. Мы их промыли, порезали. Вот. С лук-морковкой тут. Сейчас сюда их закинем. Будут тушиться. Картошечка у нас тут варится. Пюрешку сделаем. Перчик сыпется. Молится и сыпется. Сейчас мы приправы все водичкой зальем. Будут тушиться они. Вот, водички мы добавили. Все. Приготовились наши желудочки с пюрешечкой. Тушились они где-то 1:40 на медленном огне. Вот, мягенькие. Очень вкусные. Вообще в деликатес. Ой, во рту тает. Вот именно когда долго тушить, во рту тает. Мягкие прям. Всем приятного аппетита. Кто подпишется, я подпишусь взаимно.